Приветствую всех ребят, меня зовут Андрей, и добро пожаловать в игру Final Fantasy 13. Мы продолжаем с того же момента там же, где мы остановились. Я, в общем-то, пока еще не пытался что-либо сделать, думаю, сейчас вот на третий раз мне что-нибудь выйдет. Maybe. Я немножко поменял приоритет и... Да, вот так вот. В общем, мне было... Там надо приручить... Так, это все. Скипать. Простите, скипать, это мы уже все видели. Да, но тем меньше сильных хп, но при этом больше урона основного, ну, магического имеется в виду. Да, на, забирай. Ой, еще появились чубрики. В общем, я так понял, что лучше всего именно до предмета юзанит это зелье. Еще зелье юзани. Ясно. А, в этом и есть смысл. Надо было, чтобы они меня по хпшке отняли. Фу ты, я думал, что надо их убивать. В общем, еще раз сейчас прочитаю, что здесь сказано. Попробуем. Простыми атаками, да. Так, это я понял. Оборонительные роли эффективны. То бишь... Сказано, что оборонительные роли эффективны. То бишь, в случае успешной обороны, что ли? Ясно. Ладно, пока будем тебя атаковать. Быстренько сменимся на защитника. Наверное, вот так вот. Зачем ты провокацию делаешь, придурок? Защитную... Зачем ты ее спровоцировал? Она и так на тебе висит. Даунич. Да уже сейчас-то поздно. Нет, уже не поздно. Смотрите, а заряд-то наполнился. Че, и все? Свапайся быстренько на этого. Короче, я понял. Сейчас заберемся. Давай защитника. Быстрее. Сейчас она это все дерьмо зарядит. Раз, два, три. Отлично. Отлично, теперь свапаемся на вот этого и херачим. Да, смотри, как гораздо быстрее стало наполняться. Я понял, короче, в случае чего надо переходить на защитника. Способность, провокация, защита, защита. Давай. Ну же. А вот сейчас лучше зарядить. Come on, then. И не надейся, наивная. А теперь забирай. Способность Кравил Дар. Забирай все три сразу. На. Раз, два, три. Быстрее свапайся. И в защиту уходи. Раз, два. Еще одна защитная стойка. Отлично, свапайся на разрушителя. И со способностью Бёрдс вот так вот, наверное. Да, смотри-ка, нормально все. Ой-ой, не надо. В общем, не нужно атаковать защитно, нужно защищаться. Ну, почему до меня это так долго доходит? И, не знаю, нет, не защищайся. А, погоди, надо было крестик просто нажать. Надо было просто нажать крестик, я не увидел ее. Feels bad, man, Андрей, feels bad. Такой херней я никогда еще не смотал. Пять баллов, ну... И дарит шире. Снова получил дополнительный сегмент шкалы саб. Ага. Вот так вот. The twin sisters. I gotta hand it to you for taking them down. But don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let them end it. And make things easy.
easily see. Take him. Back off. You want to keep breathing? Shut up and come quiet. Bring her this way! Careful now! Come on! Еще раз ударит. Stand down. You two. Why are you helping them? If I were you, I'd worry about myself. Не лучшая баба. Давайте вот без этих вот приколов. Ага, я думал, такая херня одна. Вот этой херни. Давайте, пожалуйста, управлять, а только еще хуже буду делать. Не-н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 е. У тебя башка электрическая. Next, an update on the status of the purge. Just moments ago, the Sanctum announced the successful conclusion of the purge, along with the safe arrival of the cocoon migrants to their new homes on Pulse. Yes, that is correct. There's no denying the enormity of the strain the Purge placed on us all. But given the tens of millions of lives at stake, there truly was no alternative. Primarch Dysley stood by the move, stressing the necessity of the relocation. When asked about the possibility of future purges, the Primarch remained non-committal, stating only that he would seek counsel with the Falsi Eden and weigh all options before making a decision. Yeah, that's right. If it makes the Sanctum look bad, it never even happened. In all the centuries since the War of Transgression, Cocoon has been spared Pulse aggression and prospered for it. It is essential that we maintain this peace. That is the Sanctum's focus. We will continue employing every resource available to combat these threats to the harmony of our society. Meaning, we'll be running for the rest of our lives. Hey. Mm-hmm. Who is this guy? I mean, what do they teach kids these days? He's Gallant Dysley, the Sanctum Primarch. Murderer in chief. According
According to our Insta poll, nearly 90% of Cocoon citizens agree with the Sanctum's handling of the Purge. 70% of respondents said they would also support additional purges were the need to arise. Let's purge everybody. That'll fix it. Oh, hey. Points for perseverance. A Sanctum Foul Sea up close and personal. Cocoon's own light in the sky. Here we go again. Fly in. We'll lose him in there. There's more of them! Пока я ничего не понял. Это глава третья. Из не знаю какого количества. Опять же, 30 FPS стабильно залоченные. О, опять же, камера на персонажа 20. И они здесь опять. Соло против двоих. Осилит. И не с такой херней сражались. Кстати, а вам неизвестно? Огонь и лед. Я не помню, где он есть. Огонь есть у этого, кстати. А лед. Огонь и лед, короче, есть одновременно у этого. У парнишки. Не уснул у этого. Я забыл. Beat. What? No break? They're tracking us. I know that. I know that, but we aren't soldiers. We don't have your kind of stamina. You got enough to complain. Oh, that's... You... Forget it! Вы ничего не ели, не пили, кстати. I think... I'd stick with her if I were you. Later then. Сейчас, опять секунду. Чуть получше. Сяду. Давай. Come on. Let's get going. Get going to where, exactly? The whole of Cocoon's against us. No matter how far we run, there's no escape. That Seath clock? Still a ticket. There's still time. You give up too easy, old man. I'm not giving up. There are some things that you just can't change. A kid like you would not understand. Yeah, I'm a kid. I don't understand. Well, I guess we can be fugitives together. Oh. You ready? Ready! Ну, новая локация, здравствуй.
shall we, Beck? Там что-то валяется, и тут бы шарика бы не найти какого-нибудь. Нету шариков никаких. Боже, как же он по-дебильному бегает. Посмотрите на это. Это бишь, ну вот, походка нормальная, а вот этот вот бег, это, конечно, ставится. Что это такое? Эники, веники, на левике. Я хочу на левике. Нет. Да боже, что мне так рука-то чешется? Еще одна кат-сцена. Все тоже фейерверк смотрит. Кстати, те самые беженцы. Хорошо, этот английский и русский Андрей просто лучший. You look dreamy, Farron. Wishing on fireworks, were you? And you call yourself a soldier. Sorry, Lieutenant. But I really don't think guard duty is my calling, sir. Well. Lucky for you, your shift just ended. Pack it up and go home. But, sir... SCICOM found something in the vestige nearby. They don't want the Guardian Corps here stepping on their toes. Huh. I'm sure you heard about the accident at the Uriday Gorge Energy Plant, and how it has the SCICOM lads in a tizzy. Yeah. More incident than accident. Something pulse related. You're taking tomorrow off? Sir, for my birthday, sir. My sister, she insisted on it. 21, huh? Maybe it's a good time to send off that letter of recommendation for officer training. Lieutenant. You're past due for a promotion, Farron. Think of your sister, and your future, and, keep your nose out of trouble. Out of SCICOM business, you mean? Yeah. Nothing good'll come of it. Nothing but grief. Whoa, look at that one! Whoa, whoa, ho! How right you were, Lieutenant. Just you? For now, I guess. Should we wait? They'll catch up, eventually. Ключевой стол когда-нибудь получил? Хоуп получил доступ к роли синергиста. Синергист играет роль поддержки убитой, используя способности для усиления себя и своих союзников. Ага, короче, бафер. Я понял, да? Момент Хоуп может заклинание защиты повышения физического урона. Панк спрашивается присоединение магии. Понял. Что ж, тогда... Кристариум, у нас доступны очки. Воу-воу-воу, неплохо так. Жатва битвы. Немного заряжается калуша при атаке цели, чтобы подействовать на трансцендентных эффектов. Отлично.
Отлично. Ну, кстати, до этого у меня этого не было. Или мне кажется. Ну да, я вот качал в остальных сферах. Хорошо, у меня в инвентаре что-то новое появилось. Серебряный браслет, еще один компоненты, сломанный клык и испорченный клык. Важное, что у меня во все оружие. Электронный пропуск, подключить доступ к торговой сети во все оружие. Ага. Да не это я хотел. Перо Феникса. Да я в курсе вообще про это. Алло. Почему он не исчезает-то? Погодь. Тут же есть шарик. Погоди, неведомая хрень, я не могу взять ее! О, ты какой-то прогрейженный. Трон. Супер солдат, лучше. Ну да, он просто бафать сильно себя защиту на того, кого надо. А вот это, кстати, плюс атака появилась. Блядь, а что против тебя хорошо? Лед молния. Это было больно. Ладно, привыкну. Анализатор. Магазин же у нас доступен терновый. Отлично. Снаряжение. Что нового доступно? Серебряный браслет, черный пояс. Уровень 1. 10% магическом урону. Понял. Что я могу продать? Кстати, гидозоль я получил. Хотя, что это такое? Защиту панц... А, понял. Это, короче, дефающий. Фортизоль это... Да, фортизоль это атакующий, а эгидозоль это защитный. Септизоль это инвиз. О, как же у вас все сложно. Вот узорчатый посох. Да продай, да, его еще нет-то. Так, а по... Не-не-не-не-не-не. Все оружие. Давай посмотрим. Что можно купить? Пламенная сабля. Не то, не то, не то. Не то. Ну, это все, в принципе, то, что уже у меня и так есть выбитое. Это маневарик. Не успел, дэммит. Вот этот используем, суперсолдат. Защита на самом пеший, ты ему норм. А теперь давай оба будем вот так вот. Он сейчас будет очень больно. Отлично. Теперь обратно на суперсолдата. А, нет, это по нему больше ты прошел этот. Может наложить отвагу. Воу. Так это по нему урон должен больше проходить, или это он на себя? Вау, это было больно. Давай-ка как ревенджера вот так вот пойдем. Ну да, кстати, так даже гораздо выгоднее. Ну, уже гнило. Отлично. Нет, привыкни. Ты и зяточки. Нормально. Опять же, куча предметов, с которой неясно, что с ними можно сделать. Пока весь мой инвентарь это какая-то пустышка, ну, в плане того, что я нашел уже для себя получше предметы и, типа, все. Больше мне ничего не надо пока что. А все, что продается в магазине, это такое, типа, варнинг, парни, варнинг, варнинг, варнинг,
дрон часовой С. В смысле, я про тебя ничего не знаю, ты не знаешь. Да можно спокойно вас так атаковать. Погоди, а что по вам хорошо? Молния, вода. Это сейчас я тупанул. Во-первых, во-вторых... И в-третьих, короче, я не буду слапать, они делают просто фул фокус моего медика, который хилый. Боже, вот так вот сделай и все, не парься. Stay sharp. Так гораздо проще. Все, тупость, опять же тупость сделал. Тоже, наверное, 3 балла, если не 2. А, 3 балла, нормально. По десятку за каждому. Ну, кстати, там у меня по квесту все. Почему? Я же успел. Так, знаешь-ка что, давай-ка пока что суперсолдат быстренько. Сейчас мы получим все вот эти вот хрени. Получили баф, а теперь мы теперь война и мир пойдем. Слушай, Лайтнинг, вот ничего не имею против, но давай-ка ты все-таки от этих мелких избавишься в первую очередь. Давай волшебный дуэт попробуем. Теперь мы перейдем на Война и мир. Отлично, он успел захиляться. На супер солдата перейдем, получим бафы. Отлично, бафы получили. А теперь можно спокойно. Не-н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 е. Чё произошло? О, погоди, па-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 па. Чё-то мой провод сказал мне нет. Спасибо. Я не знаю, что произошло, но игра категорически потеряла у меня эту фигню. Игра, винда вообще, то бишь, спокойно себе лежал, пробовал тут, не знаю. Во. Я не знаю почему, что это его так вдруг дернуло. Я просто взял провод, поднял, упустил обратно, так же, как он и валялся, я не знаю. Видимо, реально где-то либо провод бит, либо разъем. Скорее всего, провод уже битый. Хотя джойстиком-то я вообще не пользовался. Ну, типа, ему года 2-3, наверное, с момента покупки я им пользовался только, когда играл Assassin's Creed 2 и еще в какой-то игре. Все, больше ничего с ним не делал. Большая херня. Но эффект неожиданности, это ты дай себе знать. Древний воин. Молния, да? Значит, дуэтом будем херачить. О, как по нему молния это входит, если честно. Ну, типа, если это слабость против него, то зачем мне менять какой-либо класс? Надо, кстати, еще парадигму создать. Типа хилу молния. Why not?
должно хватить. Нет, не хватило, боже! Отлично, вот этого хватило. Ну давай, на четверочку хотя бы. Пятерочка. Тогда еще лучше. Ты что, и прикалываешься, что ли? Столько времени нормально же. Ну-ка. То бишь, он дважды отключился, когда я его вытащил. И теперь он работает. Это что-то в разъеме. Все. Это точно что-то в разъеме. Can we get through this way, you think? You know where you're going, right? I've been here on missions before. Missions? Nothing to do with the purge, though. The Purge is SCICOM's baby. Our military is split into two arms. The Public Security and Intelligence Command, known as SCICOM, and the Guardian Corps. I was Guardian Corps, Bodom Security Regiment. Wait, but I don't get it. If you're not SCICOM, then why did you board the train? For Sarah. День 13. Бодхом станция. Станция Бодхома, точнее. Attention, purge deportees. Follow instructions and stay in your lines. Personal belongings will be returned upon arrival. Do not leave your lives! This is for your own safety! Huh? What's the GC doing here? This op's under SCICOM direction. So direct me. Let me on. I want to be purged. Only civs get purged. Sanctum staff and soldiers are exempt. Huh? Then I quit. Line up! Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. I had to rescue Sarah before they transported the Vestige to Pulse and out of my reach. My only chance to save her was to join the Purge. You're telling me you got on that train so you could save your sister? That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life you just do. Easy for someone like you to say. Lightning! She left me. Pa-ram-pa-ram-pa. One, two, three, we go. What are you up to? Hey! Я понял. Ugh.
keep up with this girl. Семьи с генераторами поддержки, это бла-бла-бла, я понял. Заклинатель повышает урон наносимой магии. Так, повышающийся... Ага, ты пишешь этот синергист с другого плана. Он атакующий, он не дефающий. Трехсторонний мир, понял. Ваниль, Саш. Нет, я... Ой, не так кнопка. Я не устал, я хочу вас... прогрейдить. Не, ну подавление я знаю. Вы еще можете урона от атак каждого союзника, который нападает на того же врага. Ясно. Медик ты мой любименький. Максимальный запас УЗ. Здесь просто бафы. В принципе, от них я не откажусь. Отлично. На медика мы тебе все прогрейдили. А вот как разрушителя, надо будет тебя дальше грейдить. Силы больше. Магия дальше не пойдет, но мы пойдем дальше. Сами глянем, что там у нас есть. Угу, огонь. А в классе диверсанта. Прорыв с неразличием к спине цели наносит магический урон. Сила. Ясно, да, неплохо. По инвентарю только новые компоненты, которые нихера не новые. Кова четвертая. Уже? Чё так быстро? Сейчас будем на пятерых нападать одновременно. А каким там? На два фронта? Давай на два фронта. Отлично. Шопнемся теперь на вот это. Выйдем в атаку. Первый готов. Второй сейчас, в принципе, тоже будет готов. И третий остался. Да что против него хорошо? Молния. Я не знаю, кто он с молнией владеет. Watch and learn, kid. Ой, это кнопка. We got this, Vanille. Не, ну в него сейчас много войдет. Ну он жирнющий, если честно. Особенно как-то такое, если честно. Да сдохнет. 3 балла. Угу. С этой хренью очень долго сражались. Да не столь эффективно против нее. О, активировать какую-то хрень. Что это такое? Never seen a rig like this before. Here we go. Yeah. Oh! Whoa, 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 whoa! I knew that would happen.
получается, да? Опять против этого робота воевать. Давай фул дпс сейчас в этого Нарика. Пока на нем эта фигня висит. Ну, мне и собаки, кстати, помогают. Так что делать фул фокус с него первым вообще, это реально неплохо. Теперь мы сделаем вот так. Дадим баф. Теперь мы свапнемся обратно в атакующий. Пят молния. А у меня же вроде еще что-то здесь. Нет, ну в тебя это плохо входит. Давай, давай вот так вот. Пойдет. На четверочку, думаю. Окей, пятерочка. 61. Кстати, это много достаточно. Но грейдиться пока не будем. Пойдем дальше. Я бы не отказался вот. Пойдем. Нельзя? Давай. Идите сюда. Ой, как больно в него это входит. Берем. Грейдимся. Потом переходим на медика, сейчас будет больно. Серьезно? Они меня ваншотнули! Вау, вот это было so close. Ладно. Давай тогда на это все. Нет, можно сделать проще. Мы просто будем фокусить не робота, мы сейчас будем фокусить их. Эти летающие хрень. Серьезно, это сайт нереально меньше проблем. Чем они отличаются, эти дроны? Сапи. А, Б, С. Сейчас они на меня пока на эмоции. И как бы это неплохо. Теперь давай мы ее улучшим. А после из волшебного дуэля мы будем атаковать Гринел Бой. Ну, понят. Теперь гораздо лучше все вышло. Я не тех зафокусил. А, как же надо много думать-то. Много всякой фигни еще трачу на это. Вау. И опять они там с кем-то файтятся.
И опять с этой же херней. Ну, по старинке full DPS не в робота. Они робота сами будут пинать, и несут ему достаточное количество урона. А, их теперь тут два. Ёперный театр. Давайте. Давайте пока вот так вот от собачек избавимся немного. А потом сватнемся на два фронта, я ее бафну. Еще обратно сватнемся на волшебный дуэт. И будем... Did you see that coming? Не того убил. Лучше воина убить. Мне кажется, с ними у меня потом проблем будет до хрена и больше. У них очень быстро агрессия спадает. Сейчас от одного робота избавимся, а потом избавимся от собак. Давай вот так вот. Отлично, теперь давайте фокусить собак. Лишь по этой причине, что робота уже и так там мало хп. Сейчас это все в робота пойдет. Я бы хотел бы бафнуть. Причем бафнуть ваниль. Потом бафнуть самого себя. А после отхерачить эту дуру. Это будет долго и муторно, поэтому давайте-ка на иньянь сначала переберемся, откилимся. А в тебя? Не знаю, как-то в тебя входит, это как-то с... Надо было первым делом робота все-таки фокусить. Все равно как-то долго и тупо. Я лучше полностью заряжу, иначе реально, мне кажется, не хватит. О, хватило. Троечка. Заслуженная. Но долго очень, на самом деле. Хотя долго осознанно. Давайте прогрейдимся. 317 это много. Давай-ка как разрушителя еще дальше. В смысле, я не могу грейдить. Вот. Отлично. Медик тебя нечем грейдить. Мне кажется, что-то здесь не так. Ну ёп, еще бы. Давай вот так вот. Повышенная удача. В смысле, а разрушители эти не могу дать, что ли? А у кого-то разрушитель? Архимаг. Окей, если еще одну парадигму создам, например, Ревенджер и Саботер, это подрыв будет. Ну, типа, пускай будет. Why not?
is grumpy. Got left behind, huh? Leave me alone. Hey. This is pointless. Can't keep up. Can't get home. It's over for me. It's not over. We'll get you home. I don't have one. Now that Mom is. What about your dad? Тоже умер, наверное. Making a wish, Hope? Mom, you still believe in that kind of stuff? Wishing on fireworks? Really? That's for little kids. Who are you calling kid? You? What'd you wish for? Oh, that next year, your father could come with us. Why? It's better like this. We don't need him. That night, they found the foul sea in the boat of Vestige. The next day, soldiers sealed off the town, and we couldn't get back to Palampolam. Вот она, из-за чего все произошло. They forced us onto the train with everyone else. My mom, she was frantic. She wanted to get us home, so she tried to fight. She got tricked by Snow. He used her! Let's get you home, okay? Your dad's gotta be worried. Let him worry. Why should I care? He doesn't. Any father cares. Sass? It's nothing. Forget it. Huh. Come with me, okay? Mm-hmm. This ought to do it. We've got time. We'll get you back home. Your dad'll be happy to see you. Было здорово, да, я не знаю, куда дальше мне идти. Найн, я хочу шарик. Идите в пень. Иди сюда, давай тебя уже убьем. Теперь настроить здесь еще больше парадигм. Лед, еще что-то. Это же вроде все. По нему должна быть молния. По нему молния уже за проходит, а молния есть тату нашей лайтинг. Ладно, на самом деле пора искать уже потихоньку сейф и заканчивать эту серию, а потом уже перебираться, наверное, к кодексу. Ну, кстати, сказал я про сейф, как он уже здесь. Захожу в фарик. Это типа на тебя? Типа еще хуже.
Магия плюс 20. Оставлю как есть. О, так тебе можно кристаллик уже точно крейдить дальше. Кстати, как тенерегисты, вот так вот догрейдим до конца. Как разрушитель и как медик, да? Ну я как медик тебя дальше прогрейдим. Но у тебя, в принципе, ничего не будет. Ладно, докачаем тебе здесь способность. Не дотянулся, есть воздух. Это все не то, что мне надо. Давайте здесь уже догрейдим до конца. Не хватит. Здесь тоже не хватит. Я другое качал. Уже просто фиг с ним, серьезно. Сохранимся. Да. Отчаяние, хопа. Значит, деремся, ну. А что еще остается делать? Что ж, с вами был Андрей, это была игра-игра. Это была игра-игра, клёво. Хорошо, прощаешься? Я вот со время делал потягушки, зевнул еще под самый конец. В общем, ребят, спасибо всем за просмотр. Это была игра Final Fantasy 13. Всем удачи и до скорых встреч.